1941 году на нашу страну напала фашистская Германия. Гитлер мечтал завоевать Советский Союз. Но, как и в прежние времена, народ встал на защиту своего отечества. А через 4 года мир праздновал победу над фашистами. О том, как это было, расскажет наш бывалый солдат. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Красота-то какая, а? Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. Вот кто-то не любит военную историю. Да, говорят, мол, незачем о войнах помнить. Нужно мир во всем мире беречь. Так-то оно так, кто ж против-то скажет. Да только если мы о битвах да сражениях забывать начнем, то ведь повторять ошибки прошлого станем. Мне вот, ребятушки, много повоевать-то довелось, а только Великая Отечественная, пожалуй, самая страшная из всех войн. В 1933 году фашисты стали править Германией. Они начали агрессивно вести себя по отношению к другим странам. Пытались разделить Европу. Основными немецкими союзниками были Италия и Япония. Каждая из этих стран провозгласила свои военные приоритеты. Японский генерал Танака в письме к своему императору заявил: «Для того, чтобы покорить мир, мы должны прежде всего покорить Китай». Итальянский диктатор Муссолини призвал двигаться через Судан к Индийскому океану. «Италия – узница, томящаяся в тюрьме, имя которой – Средиземноморье». А Гитлер провозгласил завоевательный поход на восток, к необъятным просторам России. В 1938 году фашисты захватили Австрию, чуть позже – Чехословакию, а 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Этот день считается началом Второй мировой войны. В 1940-41 годах фашисты захватили уже большинство европейских стран. Польшу, Данию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Грецию, Югославию. Оккупировали часть Франции. Захватив практически всю Европу, Гитлер разработал план наступления на Советский Союз. План захвата нашей страны назывался «Барбаросса» в честь одного из императоров Римской империи. Гитлер планировал несколькими мощными ударами уничтожить нашу оборону. Затем развить широкое наступление по всей линии фронта и захватить 4 стратегических объекта – Москву, Ленинград, центральный промышленный район страны и Донецкий угольный бассейн. Гитлер надеялся провести основные боевые действия быстро, месяцев за 5. К осени 1941 года Германия, Италия и Япония планировали продолжить завоевание мира. Сюда также входила окончательная победа над Англией, затем Ираком, Ираном, Египтом, Индией и Америкой. Аппетит фашистов был огромен. 22 июня 41 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Первыми приняли удар на себя советские пограничники. Противник обрушил на наши границы удар невиданной мощи. Отражая нападение превосходящих сил противника, на пограничных заставах зачастую погибал весь личный состав. 22 июня первыми под обстрел фашистов попали защитники крепости города Бреста. Наступление немцев было настолько стремительным, мощным и неожиданным, что пограничники наши почти сразу попали в окружение. Немецкое командование отводило всего несколько часов на захват Брестской крепости. Но они просчитались. Под руководством капитана Зубачева и полкового комиссара Фомина бойцы 2 недели сдерживали натиск врага. К концу июня оборона крепости была прорвана.
Но оставшиеся в живых защитники, скрываясь в руинах, еще продолжали обороняться. Обстрелы и бомбежки не прекращались ни днем, ни ночью. От огня плавился кирпич. Уже после войны на стене одной из казарм нашли нацарапанные слова: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». А внизу дата – 20 июля 41-го года. А это же значит, что вместо нескольких часов, как они планировали, немцы потратили почти месяц на взятие этой героической крепости. Да, такого отпора фашисты даже себе представить не могли. Еще бы, почитай, всю Европу гуляючи прошли, а тут вот тебе. Немцы наступали стремительно, сметая все на своем пути. 28 июня захватили Минск, 9 июля взяли Псков. Фронтовые сводки звучали страшно. Казалось, фашистов невозможно остановить. Внезапный удар и быстрое продвижение танковых частей нарушили управление советскими войсками. Оборона осложнялась и тем, что наши позиции постоянно бомбила немецкая авиация. Большинство наших летных машин уничтожили еще на аэродромах. Но именно в первые дни войны наши летчики оказали ожесточенное сопротивление. Немцы готовились к войне. И, конечно, первое время их самолеты были совершеннее. Наши конструкторы тоже срочно начали модернизировать самолеты. Но время-то шло, а фашистов нужно было остановить. И тогда на фронте впервые прозвучало слово «таран». Ну, вообще-то, военная наука знала его и раньше. Так называли бревно для разрушения крепостных стен. Ну, а в годы Великой Отечественной войны это слово приобрело новое значение. Таран – прием воздушного боя, когда в качестве орудия используется сам самолет. 26 июня 41 года группа наших бомбардировщиков бомбила колонну танков противника на дороге Молодечно-Радашкевичи в Белоруссии. В самолет «Гастелло» попал зенитный снаряд. Самолет загорелся и стал стремительно терять высоту. «Гастелло» принял решение направить объятую пламенем машину на вражеские танки. Много героических поступков совершалось в первые дни войны. Наши солдаты старались любой ценой остановить врага. Но немец тогда был слишком силен. Гитлер рвался к нашей столице. И одной из его целей был Смоленск, который он называл воротами Москвы. 10 июля немецкие танки двинулись в направлении Смоленска. Немцы планировали разбить линию нашей обороны и захватить Смоленск двумя группировками – с севера и юга. Северная группировка сломила сопротивление наших танковых армий и прорвалась к городу. Ожесточенная борьба велась за каждую улицу, каждый дом. Сражение под Смоленском продолжалось до 5 августа. Только после двух недель тяжелых боев немцам удалось взять город. В плен попали более 300 тысяч наших солдат и 3 тысячи танков. Несмотря на победу, немцы признали, что бои под Смоленском нарушили их план молниеносной войны. Для южной немецкой группировки все было не так успешно. Наше командование сформировало особый резервный фронт под руководством маршала Жукова. Во время сражения под Ельней немецкие танковые и моторизованные дивизии собирались нанести нашим войскам смертельный удар. Жуков распорядился бросить против фашистов основные силы артиллерии резервного фронта. Это решение
оказалось правильным. Под мощным огнем наших орудий немцы были вынуждены отступить. Победа под Ельней была небольшой, но для наших войск имела огромное значение. Но не все же нам было отступать. После этого боя четырем стрелковым дивизиям наших войск присвоили звание гвардейских, то есть самых лучших, самых отважных. А Жуков впервые после начала войны получил одобрение руководства страны. Георгий Константинович Жуков родился под Калугой. Служить в армии он начинал еще при царе в 1915 году в войсках кавалерии. Получил чин унтер-офицера и два георгиевских креста за храбрость, проявленную в боях Первой мировой войны. Затем воевал в составе Красной армии. В 1945 году именно Жуков принимал парад Победы. После этого в народе за ним закрепилось звание маршал Победы. Но до этого будет еще четыре тяжелых года войны. Много еще доведется пережить нашему народу страшных военных событий. Но об этом после. А сейчас, ребятушки, прощаюсь с вами. Под звуки этого замечательного марша, военного марша, кланяюсь вашим родителям. Не забывайте об этой войне, о которой рассказываю вам. Пусть вам будет здорово и хорошо. От всех невзгод и напастей храни вас Господь. Прощаюсь.